А вы знали, что обычные таблетки помогают не только людям бороться с различными недугами, но и способны оказывать благоприятное действие на рассаду? Аспирин и ацетилсалициловая кислота способны укреплять иммунитет растений, увеличивать скорость роста и способствуют богатому урожаю. Дело в том, что когда растения подвергаются стрессу, перемене погодных условий или их атакуют насекомые, они способны самостоятельно вырабатывать салициловую кислоту. Именно это и помогает им справиться со всеми негативными факторами. Поэтому для того, чтобы преобразить вашу рассаду, необходимо сделать раствор из 2 таблеток аспирина с 7 литрами воды. Для опрыскивания растворяют 1 таблетку в 5 литрах воды. Опрыскивать рекомендуется листья с обеих сторон, а стебли полностью сверху донизу для полного уничтожения вредителей. Обрабатывать данными средствами рекомендуется раз в 2 недели, но ни в коем случае не опрыскивайте листья под палящим солнцем, это может привести к ожогам растений. Также не стоит опрыскивать рассаду и в дождь, так как раствор быстро смоется и эффекта никакого не будет. Ну что, друзья, на этом все. Делитесь в комментариях, пробовали ли вы использовать такое средство и как оно себя проявило.